Следите то, что вы кушаете. Ты какой следишь? Уже год нет и следить. Уже 72-й год. Прекрасно выглядите. Наверное, потому что раньше следили. Не знаю. Из деревни вот так выглядит. Мы не городские, как говорится. А какое у вас любимое блюдо? Да все они. Макарон больше любим. Следим за калорийностью, за частотой питания. Это обязательно следим. Ну и чтобы пища была доброкачественная. В магазине всегда смотрим дату изготовления, сроки. Обязательно следим за всем. Овощи, поменьше жареного, жирного. Там, что, творог, молоко. Все как обычно. Какое любимое блюдо у вашей семьи? Ну, у всех разные вкусы. Вообще дети фрукты очень любят. Муж мясо, мясоед. Тут никуда не денешься. Я рыбу люблю. Ну, особо нет. Нет, не слежу. Почему? Времени не хватает. Сегодня отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Ну и чего? В чем дело? Хотела спросить у вас, вы следите за своим питанием? Да, слежу. А какие принципы? Как питаетесь? Ну, как питаюсь? Я бабушка старая уже, большинство. Творожок, сметанка, молочко. Как я питаюсь? Картошечка, супчик. То есть стараетесь кушать здоровую пищу? Да, здоровую пищу, да. Ну, слежу, конечно. А что вы хотите узнать? А основные принципы, по которым отбираете продукты и блюда для своего стола? Ну, у меня жена вообще-то этим занимается. Мы едим исключительно домашнюю пищу, никаких забегалок, тем более Макдональдсов и вот этого вот ничего. Поэтому стараемся сами готовить, и дети у меня также, так что у нас. Любимое блюдо семьи? Ой, я вам сейчас так и не скажу. Ну, например, на обед. Ну, жена щи варит. Ну, что в питании считается здоровым? Это овощи, наверное. Больше овощей нужно кушать. Как отбираете продукт? А каким образом отбираем? Ну, кушаем поменьше и покачественней. А ваш рецепт здорового пищеварения? Пытаюсь, честно говоря. Но не всегда получается. Какое любимое блюдо у семьи в этой связи, спрашиваю? Любимое блюдо, если делаем, то мясо и салат в сочетании. Ой, можно сказать и нет, но пищеварением страдаю. Вы как-то следите за своим питанием? Да, конечно. Каким образом? Ну, полезную еду кушаю. Например? Сладкого там, что такое. Салатики разные, тем более сейчас лето, что-то легкое надо кушать. А что-то вы исключили из своего рациона категорически? Думаю, ну нет, трудно отказаться.